прямо отлично. Никого на смотровой площадке нету. Вот сейчас я вкратце расскажу, что происходит у Успенского собора. Там привезли какие-то мощи какого-то святого. Там сейчас народу, ну, визуально, я думаю, там 1000 человек стоит. Стоят там казаки на входе, телевидение снимало. Много, уж не буду их называть, как обычно, много священнослужителей всяких. Но по факту, как бы, видимо, для них значимое событие. Ну, сами посмотрите. Вот такая тут интересная картина. Сейчас он мне, девушка, сказала, что там привезли мощь какого-то святого. Ну и, в общем, сами видите, какая туда очередь. Я помню, в такой очереди стоял только, когда нас в школе возили в мавзолей к Ленину. Так что даже не знаю, что на это сказать. Но народу тут очень много. Сами видите. Там он, видимо, какой-то волшебный старец, раз к нему так все подходят. Смотрю, он даже телевидение приехало. Казаки стоят на входе в церковь. Я, как всегда, снова попал на какое-то интересное событие. Так что, ну, в общем, все как обычно. Сейчас спросил парня с телевидения. Сказали, что будут показывать на 6-м канале это все. Так что, если кто наткнется на мое видео, смотрите их репортаж про все это на 6-м канале, Владимир. А все-таки я согласен. Наговаривают на них. Не такая уж у него вон сзади меня и крутая тачка. Вот я гуляю уже 2 часа где-то. Очередь меньше Успенского собора не стала.
Я сейчас все-таки попал в здание. Наконец-то я это слово научился выговаривать. Старообрядческая церковь православная русская. То есть там интересно все сделано у них. В этих-то я везде уже был, как бы я все знаю. Кому интересно, сходите туда.